Уважаемые пациенты, хочу напомнить вам, что в нашей клинике при наличии у вас признаков временной нетрудоспособности лечащий врач может оформить вам больничный листок. Для его оформления вам обязательно нужно предъявить доктору и на стойку регистрации ваш СНИЛС и паспорт. Без наличия этих документов мы не сможем оформить вам и выдать листочек нетрудоспособности в виде электронного документа. Листки нетрудоспособности может получить любой работающий гражданин Российской Федерации, застрахованный в Фонде социального страхования, а также лицо, непосредственно осуществляющее уход за больным ребенком в возрасте до 15 лет.